вечная слава погибшим бойцам, братьям отважным, героям, отцам, мир на земле защитившим. Горем вспомним своим, это нужно не мертвым, это надо живым. Все для фронта, все для победы. В невероятно трудных условиях в конце 1941 года в опустевших цехах был построен бронепоезд «Подольский рабочий». Самоотверженно трудились в эти дни Иван Николаевич Ермаков, Николай Кайнов, товарищи Ефремов, Гогоров, Лазутин, Данилова и многие другие. 3 января 1942 года бронепоезд «Подольский рабочий» начал громить фашистов. Воины писали: «Шлем пламенный большевистский привет и благодарим трудящихся города Подольска, которые в тяжелый момент, не считаясь с трудностями, построили замечательную боевую машину». В годы войны мы строили и ремонтировали боевую технику. И вот пришел этот радостный день, но не все вернулись домой. Память о них будет жить в сердцах поколений. Вечная слава погибшим бойцам, братьям отважным, героям, отцам, мир на земле защитившим. Разве погибнуть ты нам завещала, Родина? Жизнь обещала, любовь обещала, Родина.
Разве для смерти рождаются дети? Родина, разве хотела ты нашей смерти? Родина, пламя ударило в небо, ты помнишь? Родина тихо сказала: вставайте на помощь. Родина, славы никто у тебя не выпрашивал. Родина, просто был выбор у каждого: я или Родина. Самое лучшее и дорогое, Родина, горе твое, это наше горе. Родина, правда твоя, это наша правда. Родина, слава твоя, это наша слава. Родина. Плещутся волны по новым морям, мчатся ракеты к далеким мирам.